Так, привет всем. Сегодня мы будем запекать налима, там пару окуней в духовке. Все, тут уже я их почистил. Налима, конечно, чистить в кайф. Чулком снял шкуру и все. А вот окуней, это капец. Особенно больших окуней. Очень тяжело чистится. Вот такие вот окушки. Два штучки. Будем запекать в духовке с картошкой. Ну, такой простой самый, наверное, рецепт. Ничего такого нету. Просто решил показать. С майонезиком. Сейчас мы сольем воду. С нашей рыбы. Вот такой вот у нас налимчик был. Так, пока мы сюда положим. И вот такие вот два окушка. Один побольше, один поменьше. Так. Теперь нам надо нарезать картошку. Так, покрупнее, наверное. Сильно мелко не будем. Так, картошку мы нарезали. Ну, вот так вот, такими вот дольками. А, еще, вот я когда налима разделал, я не стал это снимать долгое время. И внутри налима был еще вот такой вот налимчик внутри этого каннибала. Так, сейчас мы возьмем досточку. Включим духовку, пускай она пока не прогревается. Достанем противень наш. Так, ну сейчас мы налимчика помажем, смажем всего. Приправу такую взял. Для рыбы, для форели. Ну, у нас не форель, но тоже сойдет. Так, так вот. Пахнет, но она, я тут состав читал, соль уже входит в нее, но все равно еще подсолим отдельно. Так, давайте сначала приправа его стряхнем. Печень я выкинул, потому что она в паразитах, полипы, белые точки такие на ней. Да? На севере у нас много рыбы больной. Ну это ничего страшного, саму рыбу можно есть, по крайней мере я ем. Этот налимчик был пойман давно уже. Он у меня в морозилке лежал. Решил его просто вот приготовить. Ездили вчера на рыбалку. Ничего мы не поймали. Вода большая. Я даже видео выложивать не буду. Там даже ни одной поклевки не было. Так что... Такие вот дела.
Так, ну вот мы его так обильненько. Смазали. Приправили. Так. Нужно будет еще приправу саму картошку добавить. Лишним точно не будет. Теперь мы сейчас его, еще наши окурки, все про них забываю. Сначала думал без окуней, потом думал, ничего они у меня лежат, две штучки лежит. Так, духовка у нас греется. Поставим градусов 200 и на часик. Пускай она там у нас все готовится. В конце, когда он уже приготовится, самого налима сверху, ну и окуней, короче, рыбу, лимонным соком полью. Это будет прикольно. Вкус небольшой даст. Так, теперь берем противень. Кстати, окунь похож, я не знаю, на грибушу, на форель почищенный. Берем противень наш. Сразу же я на него налью масло. Не знаю, пошаговое там правильно, неправильно, я делаю так. Масло можно не жалеть. Еще немножко потом сверху ливанем. Так, берем нашего налима. Противень даже не помещается. Может его пополам просто сделать. Да, я об этом думал, но как-то. Ну да ладно, должен поместиться. Давайте вот так вот его поставим. Ладно. Теперь берем майонез. И сейчас мы его обмажем. Не знаю, солить, наверное, не буду, потому что что-то, блин, я приправу попробовал, она так-то нормально по соли. Так, можно сейчас сразу картофан наш. Тоже немножко майонезик его вымочить. Надо майонеза. Картошку мы все-таки немножко посолим. Ну и что ты? А? Ладно, налимочка посолим. Я кушков тоже посолю. Так. Что может еще? Перчика.
черного молотого душистого. Немного можно добавить, наверное. Лишним точно не будет. Короче, думал, и я взял, отрезал. Потому что он вот это выворачивается. Так, все, берем картофан наш. Так вот запихиваем. Под брюшко. Ну, так более сочнее будет. Там потом можно будет покрутить его, переворачивать. То разберемся в ходе процесса приготовки. Так, я надеюсь, у меня окуня поместится. Не, поместится. Хоть что-то радует. Так, тоже окуня запихаем. Картошечки. Одного, второго. Так, сюда вот можно положить. Ну, сюда. Так, сейчас. Подожди, по-моему. Сейчас нам надо будет еще лучка порезать. Я хотел с овощами, помидоры там такого, перчика, что-то передумал. Думаю, ладно, сделай так. В следующий раз, если что, сделаю с овощами. Тоже прикольно получается. Так, лучка порежем нашего. Духовка уже разогрелась. Сейчас можно закидывать. А зелень, не знаю, укропчиком в конце посыпем. Ну там почти в конце. Так, давайте сюда закинем еще. Сейчас еще окуней помажем майонезиком. Да и полностью майонезом пройдемся. Лучок у нас так подгорит. Ну не то, что подгорит, поджарится. Будет классно. Берем майонез. Еще сверху. Как-то фанчик. Вообще, когда готовишь, мне кажется, надо во всем экспериментировать, пробовать что-то. Ну, у меня в основном готовит жена. Я редко. Поживаю, как захочу. Вот, все. Теперь сейчас мы это все отправляем в духовочку. Там оно у нас пускай градусов 200 поставим. Часик. Ну, посматривать будем. Ну, примерно часик-полтора. Ну, часик, наверное. И будет готово. Так, все. Так, ну вот, ребят, все. Все готово. Готовился он в духовке 40-45 минут где-то. Градусов 200. 200 градусов. Вот, все. Финальный стейшок. Немножко лимончика.
покапать сверху. Все, можно кушать. Ой. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся. Всем пока, удачи!